Вітання в ефірі. Програма «Час порад». Сьогодні ми присвятимо нашу програму металам. Причому розглянемо цю тему з різних боків. Спочатку поговоримо, як важкі метали забруднюють довкілля та шкодять нашому здоров'ю. Ну а потім покажемо, як з твердого металу можна створити прекрасні речі власними руками. Тож залишайтеся з нами, бо з нами корисно. Забруднення довкілля важкими металами вважається найрозповсюдженішим хімічним забрудненням. Те, як швидко важкі метали потрапляють у землю, воду та повітря, вразить навіть найбільшого скептика. І найжахливіше це все в тому, що важкі метали потрапляють до нашого організму, тим самим вбиваючи людей. Тож, більш широко розглянути цю тему, ми запросили до нашої студії гостей. Знайомтеся, у нас сьогодні в гостях Елеонора Миколаївна Білецька, доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедрою загальної гігієни Дніпропетровської державної медичної академії, лауреат Державної премії України і Надія Крижановська, лікар-терапевт, кандидат медичних наук. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що завітали до нашої студії з такою темою, тим більше, що говорити про це потрібно, а ще більше щось робити. Отже, давайте почнемо нашу розмову з того, що пояснимо, чим обумовлена актуальність цієї проблеми – забруднення довкілля важкими металами. Ви знаєте, Тетяна і дорогі зрителі, занимаюсь этой проблемой уже более 40 лет, я и мои ученики кафедры общей гигиены. Вы знаете, не перестаем удивляться все новым и новым, как говорится, рискам для здоровья человека, которые создают именно тяжелые металлы. Казалось бы, в небольших количествах, но, значит, и вот эта, так сказать, опасность, так, для здоровья человека, даже низких концентраций химических соединений, обусловлено четырьмя позициями. Первое, то, что эти вещества глобально уже распространены в окружающей среде, и в воде, и в воздухе, и почве, и продукты питания, и предметы быта. Там везде есть тяжелые металлы. Бензин, я уже, это отдельный будет разговор. Так, значит, во-вторых, эти вещества химически стабильны. Они относятся к специфическим химическим веществам, они не распадаются, их концентрация, вернее, химическая структура не меняется, они переходят просто с одной среды в другую. Это второе обоснование. Третье обоснование – это то обстоятельство, что несмотря на мизерное количество, эти вещества способны проникать сквозь все биологические мембраны в организме человека, и самое страшное – накапливаться. Причем накапливаться избирательно. Если мы говорим свинец, то это прежде всего костная ткань. 90% всего свинца у нас в костях. Так, а на втором месте это мозг. Так, и ведь гипотеза о том, почему вымерла Римская империя, с этим и связана. Свинцовый водопровод, в быту очень много свинца употребляли, свинцовые краски. Даже патриции, аристократия древнегреческая, они покрывали свои дома свинцовыми пластинами. Это был признак, внешний признак, так сказать, отличия их над всем остальным народом. Так, то есть свинец был очень распространен. За счет этого интеллект патрициев начал снижаться, это одна из гипотез. Так? Вот. И последнее, конечно, вот направление, которое мы сейчас разрабатываем, четвертое основание, почему столь должно быть внимателен человек к этим вопросам, современный человек. Это самое последнее, как говорится, наше направление кафедры и ученых нашей кафедры. Это то, что эти тяжелые металлы являются антагонистами биомикроэлементов. Они вытесняют тот же цинк, крайне необходимый для мужчины, для его мужского здоровья, так, потенциала его мужского, так, значит, для меди. Они вытесняют из биологических структур, не дают руководить нормально обменом веществ. Поэтому это очень коварное и опасное соединение для здоровья человека. Может быть, продолжит развивать эту тему
Якщо вам є що додати, то да, ви, звичайно, можете сказати. Стосовно того, як саме в організм людини потрапляють важкі метали. Так как действительно контаминация происходит всего, то мы можем получить это через воду, через еду, путем бытовых касаний, то есть через кожу. Детки очень часто контаминируются, когда они не моют руки и просто элементарно не соблюдают правила гигиены, угу, и получают примесь вот этой промышленной пыли вместе с примесью, ну, как бы обыкновенно, когда они играются в песке и так далее. Ну, на самом деле это очень легкая контаминация, и особенно это касается нас, потому что мы очень грязный регион на самом деле. Техногенно грязный. Техногенно. Мы заняли первое место в Украине по... И лидируем по-прежнему. Да. Но я хочу в этом... По забрудненности довкілля, да, самое у місті і області, так? Да. Так. Но я хочу добавить, что вот мы уже более 30 лет эту проблему, как говорится, мониторируем. Это действительно суммарное поступление тяжелых металлов в организм именно жителей Днепропетровской области. И доказано, мы тоже подтвердили данные ученых по другим регионам, но у нас та же картина. 90-95% всей суммарной нагрузки тем же свинцом, кадмием мы получаем с еду. В їжу. А остальное, це потрапляє так, в їжу. Так, їжа. Через... А останнє – це повітря грунт і питна вода. Угу, тобто... Десь близько 5-10%. Ще тільки добавлю. Ще у курильщиков кадмія в 5 разів більше в крові. Да, да. Поэтому не добавляйте. То есть, если вы уже и так живете в грязном регионе, то это еще один повод бросить курить. Ну, давайте трошки згладимо цей страх зараз нашої області і скажемо, що ми не одні такі в Україні, що достатньо висока забрудненість, власне, взагалі держави є, я так розумію. Чи немає таких даних у вас поки що? Є тільки по нашому регіону? Ви знаєте, ні, є і по нашому регіону, є. Ми контактуємо з іншими колегами, з інших областей. Ви знаєте, ця, як кажуть, екологічна чума, вона розповсюджується, техногенного забруднення, вона поступово розповзається по всій Україні. Ви візьміть тільки ось такі цифри, що чистим повітрям дихає в Україні тільки 15% населення. 85% людей дихають забрудненим повітрям, в тому числі і важкими металами. Угу. Тому зараз, якщо ми візьмемось нашу Дніпропетровську область, то, я вибачаюсь, рекреаційних зон, тобто зон, де можна відпочити, в чистій ставку покупатися та чисту рибку зловити, ви знаєте, все менше і менше. Менше. Все тобто менше і менше. Тобто ще є такі місця, ще, я вже немає. Ще є, десь ще є, ще залишилось. Але і це, от ми зараз вийшли вже з цього методичного підходу, коли порівнювалася захворюваність в гігієнічних умовах, захворюваність забрудненого і контрольного району в місті. Так от зараз ми вже давно забули, що таке контрольний, тобто не забруднений, раніше це був жовтневий район нашого міста. Тепер вже його нема, бо настільки тотальне забруднення всіма і повітря, і води, що ми вимушені звертатися до близько розміщених контрольних місць, яким є Новомосковськ. І то там під великим питанням деякі контамінанти. Так, я зрозуміла вас. Добре, шляхи потрапляння важких металів до того ж ґрунту, повітря, і чи тільки обмежується ось виробництвами великими, да, які знаходяться на території нашого Дніпра, чи є інші якісь такі... шкідливі методи, які джерела, додають, да, ви хочете окрім сказати, куріння. Джерела, да? Так. Ну, джерела централізованого надходження важких металів, ви вже зазначили, це великі підприємства, це автошляхи, це автомобільний транспорт, але не потрібно забувати і про специфічні виробництва, якими є акумуляторні заводи. Так от я вам скажу більше, ще 20 років тому назад, коли вперше на лівому березі біля північний посілок Сєвєрний, так, там перший акумуляторний завод ІСТУ поставили, так, і свинець почав летіти за 600 метрів дитячий садочок, і ми відбирали там самі повітря, наша кафедра виїжджала, відбирала повітря, і там були серйозні перевищення вмісту свинцю, в той час як лабораторія цього заводу стверджувала, що в нас все нормально, 0,0,0, у нас повітря немає свинцю. І тим не менш, вже стоматологи навіть звернули увагу на свинцову кайму у діточок, дошкільнят, які ходять в цей дитячий садочок.
куточок. До речі, це був перший приватний стоматолог у нас в місті взагалі, який перший прийшов і почав вимагати. Позвольте, ну вже клініка пішла свинцове отравлення, у діток свинцова кайма. І ми взялися за цю справу, питали, що зробити, але економічні важелі переважили, як кажуть. І второе производство на правому березі, дуже потужне. Я була на цьому виробництві. Вони теж, виробники, дивляться тобі в очі і кажуть, у нас немає свинцю тут. Ми ходимо по найсучаснішому підприємству, там, де все герметично. І чуєш оцей запах свинцю у повітрі. І ось це свинцове таке, знаєте, легка, легенька така димка, як кажуть. Так, а нам, виробники, ми ж кажемо, ну тут ж вже відчувається запах навіть свинцю. Ні, в нас нічого, в нас все чудово. Тобто це проблема дуже серйозна, це потужне виробниче джерело забруднення важкими металами. А крім того, в побуті дуже багато джерел. Так, значить, це перш за все фарби. Як це не дивно, але це фарби, оскільки свинець додається для того, щоб фіксувати саму поверхню цю зафарбовану поверхню, так щоб вона як мога дольше. Так, я зрозуміла. Триваліше. Угу. Оскільки навіть середньовічні картини оці, адже перші свинцові отруєння це були у художників середньовіччя. Чому дуже любить свинцові мастила, фарби художники? Художник. Оскільки тільки свинець дає от таке, як це сказати, свічення внутрішнє. Довго храниться краска середньовікових картин за счет свинця і дає от це опалісцирующий, ізумительний ефект. Поэтому сейчас окраски обязательно в состав любой краски. Почему американцы каждый год перекрашивают свои дома? Это просто у них, я когда была на экологической стажировке, там мы это видели. Так, а дети ползают, совершенно справедливо сказали, ползают по полу, они берут игрушки, облизывают, слизывают, и вот элементарно путем заглатываются кусочки краски. И это все источник, очень мощный источник забелезнения, об этом не надо забывать. Поговоримо про жертви, які у нас, і на нас, і в нас, і взагалі всі люди, які живуть на цій території, я так розумію, вже жертви ось цього забруднення, важких металів. Чи є якась така певна ознака, що ви розумієте, пані Надія, що ця людина, наприклад, з Дніпропетровського регіону? Ну, в принципі, по большому счету, заподозрить контамінацію тяжелими металами, то, що вони являються причиною какого-то заболевания, самое, ну, простое – это немотивированная усталость, астения, да? Когда у человека, в принципе, все в порядке, у него не находят никаких заболеваний, но он постоянно уставший. То есть это говорит о том, что организм находится в хроническом стрессе, не психологическом, а физиологическом, потому что в него что-то попало, что он не в состоянии растворить и вывести. Так работает наша система детоксикации, она обязана любой яд разложить и безопасно вывести. И здесь она этого не может сделать. То есть это как бы очень напоминает, как я объясняю пациентам, занозу, которая попала, и пока ее не достанешь, вокруг нее всегда будет воспалительный вал, к ней будет интерес. То есть я бы сказала так, если в процессе лечения или, например, диагностики доктор сталкивается с чем-то непонятным и тем, что он не может связать ни с инфекциями, ни с семейными какими-то заболеваниями, то чаще всего, в конечном итоге, учитывая, что мы живем действительно в грязном регионе, этим может оказаться тяжелый металл. Тем более, что детки, они более чувствительные, да, им они легче, например, к ним легче попадает свинец. И у них очень часто с этим сейчас ассоциируется очень много споров. И аутизм, и синдром гиперактивности детской, то есть различные нейрологические расстройства. Поэтому тоже на это стоит обращать внимание. Почему? Потому что взрослые, мы уже, ну как бы, вот грубо говоря, большая часть из нас носители тяжелых металлов, да, они лежат уже прочно. То есть нужно заботиться о будущих поколениях, чтобы они как можно меньше контаминировались. Об этом мы говорим. Что еще я могу сказать? Ну, по большому счету, каждый тяжелый, вот если взять оркестровку тяжелых металлов, каждый из них имеет свои признаки, свои заболевания, которые он любит.
Какие, например? Ну вот, например, ртуть нейротоксична, то есть это нейротоксин. С ней связывают и старческие сейчас деменции, и Альцгеймера, и различные дегенеративные заболевания нервной ткани. Свинец, он больше влияет именно, ну вот, как бы у детей, плюс у взрослых, так как он блокирует цитохром P450, наш первый барьер детоксикации, это различная непереносимость различных препаратов. То есть всякие столкновения в момент лечения с тем, что пациент совершенно не так реагирует на безобидные препараты, тоже заставляет задуматься об этом. Кадмий – это почки, и плюс кадмий признан Всемирной ассоциацией по исследованию рака настоящим канцерогеном. Да. Вот, то есть как бы мышьяк, который так условно относится к тяжелым металлам. Но... Это не металл, да, ну, это да, не но... металл, но это токсичное распространенное антропогенного, техногенного характера. Я позволю добавить еще то обстоятельство, что именно говоря о свинце, так нужно и детях. Это очень серьезное нарушение интеллектуального развития ребенка. Так недаром еще в 90-х годах, когда мы были вот на этой экологической стажировки в Соединенных Штатах Америки, там работает она очень озабочена и в Европе, и у нас уже, и наши исследования показали, что интеллект и, значит, поведенческие реакции у ребенка, именно дошкольника, так и школьника тоже, ухудшаются так в серьезной степени. И вот даже национальная программа, которая тогда в Штатах проводилась, об обязательном тестировании содержания свинца в крови ребенка перед школой. В школу не пустят ребенка, если он не прошел этот тест. И упаси Боже, у ребенка повышенное содержание свинца в крови, это удар по его интеллекту. Пока ты не вылечишься по системе келейшн-терапии, это бесплатная государственная программа, то есть очистительная программа. Ребенок не полежит, пока не доведут свинец до нормы, его в школу не допустит ни одно образовательное учреждение в Соединенных Штатах Америки. Великолепный успех имела эта программа. И действительно, и наши исследования, мы вот дошкольников исследовали, у нас действительно очень концентрация внимания и память ухудшается. Именно у деток, у которых повышенное содержание свинца, у них гораздо хуже. Так, ми з вами говорили, що найбільша кількість важких металів потрапляє до нашого організму саме через їжу. Да? Тобто зараз от я слухаю і думаю, ми їмо. А ми п'ємо, ми дихаємо. І ми торкаємося, да, тактильні теж дії викликають, втягують до нас, можна сказати, важкі метали. Тоді як бути? Ми вже у цьому середовищі живемо, і живемо, і продовжуємо жити, і хотілося б якось оптимістично думати про майбутнє. Да, ви говорите про те, що є певні програми, які покликані чистити організм від важких металів. Що в Україні робиться у цій галузі? І чи можемо ми самостійно зайнятися своїм здоров'ям і позбавити свій організм від накопичених у ньому вже важких металлов. Принаймні, почати з дітей. Пані Надія. Это очень трудный вопрос, почему у нас нет государственной программы хилейшн, да, хилирования. Более того, занимаются отравлением тяжелыми металлами только острым, вообще, в принципе, да. Практически сублетальным или летальным. Да? О хроническом не говорит никто. Терапия хилирующая, она достаточно сложна, она требует специальных препаратов, которые официально в Украине их нет. То есть у нас, в принципе, даже сейчас проблема с унитиолом, который, ну, в принципе, является антидотом. Его сейчас нет, невозможно найти. Поэтому, по большому счету, то, что как бы в случае небольшой контаминации, или то, что нужно знать населению, да, когда мы же не говорим сейчас прямо, это же не медицинская передача, да? Про критичные, что бы я сказала? Вот действительно, Элеонора Николаевна совершенно права. Тяжелые металлы выбрасывают из циклов очень важные микроэлементы. Очень важен цинк, очень важен магний, очень важна медь. Плюс они действительно блокируют процесс детоксикации, прежде всего за счет внимания глютатиона, самой мощной нашей внутренней системы, антиоксидантной. Да? Поэтому мы можем повысить с помощью еды. У меня все время, я говорю, самое идеальное, если вам повезло в жизни, найти свою бабушку.
в селе, которая бы выращивала чистые продукты, которая бы не использовала там какие-то жесткие пестициды и так далее. Но этого лишена большая часть нас, которые вечером приезжают, да, в супермаркет, покупают. Что есть, то и покупаем. Поэтому иногда я советую пациентам: покупайте селен в капсулах, покупайте цинк. То есть используйте обязательно продукты, в которых очень много серы, это лук и чеснок. То есть вот такими простыми способами. Да, больше зелени. Да, в орехах очень много находится и селена, и субстанции, которые нужны для синтеза глютатиона. К сожалению, контаминация, ну то есть загрязнение, так, касается и продуктов, и животноводства, и в то же время и веганы не могут расслабиться, угу, потому что то же самое встречается и в агрокультурах. Правильно? Конечно, конечно. Поэтому, по большому счету, это должна быть большая государственная программа. То есть это, в принципе, признание того, что у нас есть, да, эта проблема. Как это сделали Штаты. В ЮАР, например, я была потрясена. У них даже общество защиты животных тестирует корма для животных, ну, на тяжелые как металлы, да? То есть, казалось бы. Потому что самый загрязненный континент, кстати, Африка на самом деле. Угу. Это мы, вот Украина тоже выдающаяся в Европе, а Днепр выдающийся в Украине. В Украине, поэтому да, мы должны вообще, в принципе, трубить, голосить, что если мы не в состоянии, конечно, мы живем за счет того, что у нас хорошая промышленность, да, город основан на этом, но мы должны тогда придумывать программы, которые бы защищали, очищали реки, то есть это должна быть очень серьезная, планомерная, правильно, ну, структура, да, по защите населения, по защите окружающей среды. То есть это экологи, доктора, все должны вместе объединяться. У нас об этом молчат. Ну, нет, ну вот, не, это достаточно, мне очень часто говорят, что вы занимаетесь очень спорным делом. Его нет на самом деле. Я говорю, да, ну, конечно, можно об этом рассуждать, если живешь, например, в Швейцарии. Ну, а если ты живешь в Днепре? Это разные вещи. Безпосередньо дыхаешь цим повітрям, посмотрите ешь на воду. Длительность жизни нашего населения. Да? Мы не можем просчитать правильно, насколько укорачивают жизнь тяжелые металлы контаминации. Но мы можем сказать, что у нас программа ДНК 120 лет, да? Угу. То, что доказали. Да, 150. А средняя тривалість? По Библии, угу, как по Библии, да. 150. Два раза меньше. Да, да. Реально. Да. То есть этот вопрос очень актуален, но он требует очень большой поддержки, ну, я не знаю, и населения самого. То есть то, чего добивались экологи в Европе, например, снизился свинец в два раза, благодаря жесткому экологическому движению Greenpeace, которые, в принципе, привели к запрету на определенные формы бензина. Угу. И у них начал падать свинец. У нас вот Леонора Николаевна, вот я сейчас спросила ее, она мне говорит, нет. Все равно используется. Не производится, но завозится и используется. Так вот, я хочу как гигиенист расширить вашу и добавить ваш спич ваш. Дело в том, что если посмотреть на эту проблему, вот, которую вы поставили, что делать? Так, что работает. Мы поставили, открыли эту, угу, проблему, объяснили, обосновали, а теперь что делать? Так вот, с чего нужно начинать? С источников загрязнения мощных, да? Так, но, к сожалению, я уже их обозначила, крупные предприятия, аккумуляторные заводы, специфические и бытовые различные загрязнители. Так, поскольку мы живем в государстве, в котором природа, охранная деятельность, да простят меня экологи, практически, так сказать, еле-еле дышит, скажем откровенно. Так, то есть государство не в состоянии защитить граждан своих от техногенного загрязнения на государственном уровне. Что остается в таком случае? Это научить человека защищать себя самого. А для этого что нужно? Научить его, как это делать. То есть вести, значит, 50% нашего здоровья мы сохраняем за счет здорового образа жизни. 50%. И если человека замотивировать на желание быть здоровым, так на, значит, материальном отношении, потому что твое здоровье – это твои деньги при нынешних реформах медицины, так потом, извините, но я добавлю себе, беречь себя самозамотивированием, мотивировать в любви к себе, к своему здоровью. Извините, я напомню заповедь Иисуса Христа. Люби ближнего, как самого себя. Угу. То есть сначала себя люби, чти, уважай, береги, и тогда будет тебе счастье, как говорится. Тогда у тебя будут силы помогать другим страждущим. Понимаете, какая философия? Даже вот так можно раскрыть. Поэтому вот тот дефицит гигиенических знаний, который испытывает экологически гигиеничное население,
Я вот в который раз, каждый раз прихожу на любую программу. Я всегда один и тот же просьбу, волаю, як кажуть. Давайте зробимо програму «Здоровий спосіб життя» або «Здоров'я», або «Профілактика», чи як. Ми готові з Надеждою і других експертів привлекати для того, щоб учити чоловіка сохраняти своє собственне здоров'я. Ви посмотрите програми доктора Комаровського. В упоєнні ці мамочки смотрять, вони слухають, відкрив рот, як будто для них ми слухаємо, як медики, боже, такие прописные истины Комаровский вещает. А мамочки, посмотрите телестудии, за счет именно дефицита вакуума медицинских познаний. А если мы человека научим, как свой организм, что кушать, что не кушать, как, значит, изменить свой распорядок дня, научим его самого себя, свои резервы своего здоровья сохранить, то извините меня. В этом же плюс, это большая сила. Поэтому давайте такую программу сделаем. Мы с удовольствием, с Надеждой, будем участвовать и монотематические какие-то и так далее. И научим наших людей сохранять, любить себя, свое здоровье, замотировать моду на здоровье. Мы до Филатова достучимся. Не переживайте, он такой человек прогрессивный, он тут же откликнется, посмотрите. Так? Пані Еленора, ви взагалі оптимістична людина. А як бути? Абсолютно з вами погоджуюсь, і я думаю, що це дуже слушна думка, і ми будемо старатися, принаймні намагатися працювати у цьому напрямку. Дякуємо вам за поради, я думаю, що наші телеглядачі прослухаються і зроблять для себе певні висновки. Да? Тому що, в принципі, проблему, яку ми зараз окреслили, вона більш страшно звучить, ніж те, як потрібно собою займатися. Ось вирішення просте, начебто віч. Просте. Да? Да. Давайте харчуватися правильно, вести здоровий спосіб життя. І це допоможе. Звісно. При тому, що навколишнє середовище забруднене. Тобто, принаймні, знизить той ризик, який присутній зараз. Будемо на цьому завершувати. Я дякую нашим гостям. Нагадаю, що в гостях у нас були Елеонора Білецька, доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедрою загальної гігієни Дніпропетровської державної медичної академії, лауреат Державної премії України і Надія Крижановська, лікар-терапевт, кандидат медичних наук. Дякую вам за те, що були сьогодні дякую. З нами. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм. Ми продовжимо нашу програму і після сюжету зустрінемося вже на наступному майстер-майданчику.